Ну а всем привет, ребята, с вами Альберт, это новый выпуск по Хроникам Хаоса, и это уже пятая часть по моему проекту в этой игре, в Хрониках Хаоса конкретно. В прошлой части мы прошли башню, и теперь мы нафармили золото, всяких шмоток, и также мы сейчас будем проходить уже пятую главу. Также давайте сейчас, прежде чем будем проходить, я хотел усилить Майю на третью звезду, да, ей поднять. Также прокачать ее по рангам, чтобы она быстрее копила ульт. Так, давайте повысим на зеленый плюс один, да. Здесь, в принципе, все без проблем. Это мы тоже надеваем. Но вот нам надо сейчас будет фармить эту шмотку. Так, давайте также сейчас прокачаем ей ульту, да. Так. Пока что нет. У меня, представляете, у меня 156 банок. Уровень героя, все супер. Так. Ой, не то умение начал качать. Короче, давайте сейчас мы пойдем и нафармим шмотку на Майю, да. Я немножечко отдохнул, плюс еще бонусом я подзарядил телефон. И еще у меня телефон немножечко охладился. И сейчас мы опять будем проходить дальше компанию. Так, извиняюсь. Закройте звук, да. Майя будет как синяя, она будет полегче и будет ульту копить, так что поэтому, думаю, будет покруче. Но уже надо героев повышать на следующие ранги и покупать шмотки в магазине, да, нужные. Отлично, повезло, выпала шмотка на Майю. Вот, сейчас прокачаем, и третье умение нам немножко даже поможет. Ну, Майю я качаю чисто для компании, чтобы она хилила и Астарот не умирал. Также мне еще помогает Безлики, который копирует Майю, и Тея, который хилит. А Рион наносит как бы урон, да. Но только я хотел пачку, чтобы еще сорви голова, но ей места нет. Но мне везет, и мы сразу две миссии сыграли и получили шмотки. Все, теперь у меня Майя синяя, да. Так, ну вот тут мы не сможем, хотя вот эту шмотку мы можем еще покупить. Да. Так, сейчас будем проходить, наверное, пятую главу, да. Но перед этим давайте сейчас еще заберем баночки всякие, да. Так, почта, награда за ранг, за повышение ранга героев. У нас сейчас уже 1000 изумрудиков. Также денежки, еще денежки. Хорошо, да. Так, ну, вообще, ну, круто, что я прошел башню. Теперь у меня есть синяя рамочка, очень прикольно. И также я решил сейчас поиграть на арене, да. Чтобы, ну, то у меня очень сильная прокачка, и я сейчас поиграю на арене, да, поднимусь, я получу еще изумрудиков, да. Так, сейчас мне надо как можно лучше скакнуть. Давайте вот сюда, ну, пойдем, у меня Майя самый сильный герой, так что сейчас давайте возьмем пока что Майю, потому что она у меня, во-первых, звездочная, трехзвездочная, во-вторых, у нее скилл прокачан, она будет очень хорошо хилить. Думаю, прям прекрасно, Майя, даже на арену вот беру, да. Ну, вот 808, ну, конечно, сорви голова наносит больше урона, но, как видим, осторожно, вражеского мы прям вообще очень легко колотим, да. Ну, все, здесь мы, наверное, сейчас выиграем, да. Так, сорви голова легко уничтожает вражескую Майю, все-таки наша старая долг, да. Так, Безликий скопировал сорви голову, да. Все, у врага осталась голова, мы ее легко добиваем. И все прекрасненько, да, скакнули. Теперь мы еще можем еще выше скакнуть, да. Пока что мне за это изумрудов не дали, потому что я уже был на том месте, да. Так, дуэлянт, наградки всякие, да. Сейчас мы перейдем на более высшую лигу, в топ-1000 перейдем, да. Но наша рана, я, наверное, не буду лезть. Ну, хотя, возможно, полезу. Да, возможно, полезу. Но можно, в принципе, давайте на защиту Майю поставим. Она, я думаю, там будет лучше стоять, да. Давайте еще что-нибудь поищем, какую-нибудь послабее, что ли, пачку. А в итоге только посильнее, усложним только себе задачу. Так, давайте сейчас поищем еще. Ну, Шатун так и там. Так, походу, мне, наверное, сейчас надо будет. Ну, вот на Никора. Это, скорее всего, бот, потому что Аврора, Кай, Маджо, Айон, это, ну, это как бы патч, и причем трехзвездочный, и так что поэтому это бот, скорее всего. Просто пихает ботов, чтобы было легче, потому что игроков уже не так много, да. Во всех играх практически есть боты. Ну, Астрот лично креподержится. Так, Аврора, нам ничего, нет от нее опасности, так сказать, да. Опасных скиллов, да. Отлично, Безликий скопировал Майю, и сейчас просто бешено отхилкнуть. Все, темная звезда промежает, и мы переходим в высшую лигу, и теперь мне будут давать изумрудики. Также сейчас мы забираем задание, получаем в почте 62 изумруда. Так, топ-1000, мы получаем 300 монет, 35 тысяч и 3 зелья. Хорошо. Будем сейчас дальше идти в более высокие места. Так, ну, это что-то опасно, да, опасно. Я что-то не хочу пока что лезть сюда. Хотя, ну, пока что 892 место занимаем, пока что не будем дальше лезть. Давайте пойдем в дирижабль. Кстати, насчет дирижабля. Сейчас будем открывать здесь сундучки в дирижабле, скорее всего, да. Так, берем так, делаем дальше. Здесь хватит, да, все хватает мощи. А здесь героев не хватает, да, только два героя. Хотя мощи бы хватило. Так, давайте сейчас завершаем две штучки. И сейчас мы открываем сундук, да. Сундук артефактный. И мне нужно артефакты тоже подкачать. Думаю, будет хорошо.
Так, все, пошли сундучок открывать, дирижабли. В принципе, перед тем, как проходить пятую главу, мне надо подготовиться. Да, подарочек, спасибо. Очень приятно, да. О, кстати, красивая анимация. О, все, мы выбили очень много чего. Дали ключик еще и 1000 таких монеток. Хорошо. Сейчас мы еще пооткрываем, да. Так, очень много видно на Майю надавали. А вот на Астарота что-то вообще прям не дали, да. Но я пока что пробуждать не хочу. Я хочу, чтобы мне дали на Астарота. Так, супер. Так, два ключа нам еще дали, за то, что мы повысили уровень. Давайте сейчас открываем еще 10 ключиков. Дайте, пожалуйста, косу искупления на Астарота. Походу, не дали, да. Ну, прям вообще жадные. Ну, давайте скупим тогда уж у торговца, почему бы и нет. Вот завет защитника точно надо прям вот. Так, все, улучшаем. Так, вот здесь супер, да, вот Астарору надо обязательно броню подкачать, здесь же у нас тоже артефакт на броню, который дает, но чтобы был 100% шанс, надо получать эти, ну, как эту косу тоже надо получить, да. Ну, смотрите, получается, я хочу пробудить на Айона, чтобы он больше дамажил, вот это вот, пробив защиту от магии и кольцо интеллекта, да. Пока что интеллект Айона качать не буду, но получается, смотрите, нам дают сейчас ключик за повышение любого артефакта, также нам дают сейчас еще ключики, ядро нам дали, да. Так, случайно гранатарем нажал. Так, давайте еще немножко ключиков откроем. Еще, так, еще два ключика у нас есть. Надеюсь, это для силы специальную штуку дадут, пожалуйста. Блин, кольцо интеллекта, мне оно не нужно. Зачем мне его дают, не знаю. Зачем тогда дают? Так, ну вот почти тут нафармили. Так, получается торговец. Так, у торговца нет этой штучки, поэтому... Ну, давайте пробудим на безликого первого артефакта, потому что первый артефакт надо 100% пробудить, и чтобы он хотя бы был. А продавать... О, точно, давайте попробуем продать, что ли, на кого-нибудь. Артефакты продать. Так, тут еще ключи дают. Супер, прекрасно, да. Но лучше будет пробудить, чем продать. Так, если мы смотрим, то по 50 штук, да, продавать, если. То, ну, лучше будет все-таки, наверное... Так, отлично, бесплатная энергия, супер. Так, давайте еще один ключик у меня тут есть. Давайте открываем. Так, артефактная эссенция. Так, сейчас мы еще прокачаем немножечко Астароту. Отлично, еще. Да, ну броня хорошо будет срабатывать. Так, давайте. Ну, давайте все-таки Сорвиголове пробудим все здесь. Потому что это единственный физик, которого я собираюсь качать. Так, и еще, да, должны дать ключик. Да, еще. И вот денежки прекрасно, что дают денежки. Опять на гранатарем нажал. Так, мы еще можем, получается, боссов попроходить тоже. Но это ролик такой, да. Так, нам дали эту книжку. А на кого она идет? На Айона, значит, да. На Айона. Ну ладно, будем проходить с тем, что есть. Да. Так, а что тут еще по дирижаблю? Там что-то загорается. А, ну, короче, все. Можно, я думаю, идти в компанию. Да, долго мы что-то мучились. Так, это миссия, да, получается. Но мы можем сорвиголову поставить, и так будет, по идее, нам показывают, что будет так полегче. Но я что-то как-то сомневаюсь. Потому что Орион, он, я думаю, поможет. Так что давайте все-таки Ориона возьмем. Да. Конечно, видео, наверное, будет подольше, чем другие. Потому что я здесь 10 минут просто там тупо артефакты прокачивал. Так, ну тут у нас враги из второй главы появились. Только они прям очень мощные. Да, прям... Не сравняться со второй главой точно. О, отлично, артефакт на броню сработал. Прекрасно. Так, еще Майя использовала свое третье умение. Супер. И Майя накопила с безликим энергию. Скорее всего, ну давайте используем все-таки Майю. Защита от магии сработала у Майи. Прекрасно. Так, давайте аннигилятор. Так, давайте святилище солнца. Святилище. Так, хорошо, Майя стягивает, молодец, Маечка. Так, все, супер, прекрасно, почти накопили на Майю, да. Так, все прекрасно. Так, используем безлика тоже. Все. Так, этого танка, который с сильным уроном мы уничтожили. Так, пламенный покров еще есть. Так, давайте Тея отхилимся. Но, как видим, пока что без проблем первую миссию прошли, да. Аннигиляторы пускаем, да. Все, 3 звезды, прекрасно. Теперь у нас миссия с Галом. Но он нам может хорошенько навредить. Поэтому, я думаю, лучше будет вместо Ориона Сорвиголову поставить. Потому что, чтобы уничтожить Гала, так будет намного легче его уничтожить, да. И он не сможет утонуть. Но, правда, я сомневаюсь, что Сорвиголова с одной ульты и уберет этого Гала, да? Ну, ладно, пускай будет. Также еще автоатаками, вторым умением хорошенько нам тоже поможет, да? Так. Но мне не нравится что сочетание Сорвиголовы с Безликим. Потому что постоянно Безликий поднимается, Сорвиголова наносит... Не получается что-то как-то. Так, за Майей мы утонули сейчас. Хил потихоньку идет Астаротику, да? Так, Сорвиголова накопился этот скилл, да? Давайте применим еще пламенный покров. Так, святилище солнца.
Так, отлично. Все. И Майя накопила свой ульт. Прекрасно, прекрасно. Прям вообще прекрасно. Но тут, скорее всего, я сорвиголову скопирую. Все, прекрасно. Прям, ну, прям очень классно получилось. Так. Так, еще пламенный покров, да. Так, этого монстра мы откинули, да. Беглый огонь. Доппельгангер. Все. Победа. И героическая миссия пройдена на 3 звезды. Пока что хорошо. Но там, я помню, сейчас миссия скоро будет с Каем. Там Безликий тоже будет. Короче, там тоже жестко будет. И еще там какой-то герой. Маджо, по-моему. Но эта глава достаточно жесткая. Еще хороша, славится она, так сказать, своим боссом. Но там будет легко, в принципе, Ориона уничтожить. С Орионом, в принципе, или Сорвиголовой. Без разницы, легко уничтожим, да. Так, отлично, Майя еще стягивает. Прям прекрасно работает Майя. Здесь мы можем подхилиться немножечко. Так, пламенный покров применяем, да. Ну, пламенный покров там на 2 удара. Но все равно он сберегает, в принципе, помогает. Так, еще хил, пламенный покров. Так, хорошо, в принципе, отхиливаем Астарота потихоньку. Так, хорошо, еще и молчание накладываем. Все. Сейчас используем Майю Безликого. Так, давайте уничтожим танка Сорвиголовой. Так, пламенный покров уже доступен. Но тут тоже броня. Вот на броню реально тоже помогает. Так, все хорошо. Но сейчас они Астарота выхилят, да. Так, даже лучницу уничтожили. Прекрасно. Ну все, здесь тоже 3 звезды будет победа. Ну, Майя очень сильно помогает проходить, да, миссии. И также артефакты тоже помогают. И пока что, да... А, блин, я даже забыл, что у меня еще Орион есть. Орион еще в запасе есть. Но пока что не нужен. О, Кай. Кай появился, Кай. Ну, вот, наверное, сейчас в эту миссию Ориона придется брать. Ну, наверное, навряд ли, потому что Орион, наоборот, сделал хуже ситуацию, потому что у него мало здоровья. Вот поэтому ему и нужна была вторая звезда. Но хорошо, что я еще хоть Майей качнул звезду. Теперь хоть будет лучше, да. Блин, нифига себе, блин, так мало хп у этого Астарота, да. Так, давай, сорви голова. Прекрасно, прекрасно. Так, пламенный покров. Главное, чтобы Безликий, хотя пламенный покров... Надо, чтобы Безликий пламенный покров-то хоть скопировал. Так, отлично, красавчик. Вот Безликий, честно говоря, красавчик. Окей, да чисто... Вот та же Майя бьет просто этого Безликого чистым уроном, да. Все, Безликий упал, да. Так, мы сейчас применяем Майя. Безлик. Тея. Так, сорви голова. Уничтожаем танка. Ну все, здесь мы тоже прошли на 3 звезды, но прохождение получается просто подольше. Но зато на 3 звезды, в принципе, да. Астарота просто полностью выхилили. Все, остался только Маджо, да. Тея сбила ему, так, кстати, ульт, да. Все. Миссия легко пройдена. Но вот как раз-таки про эту миссию я и говорил. Там Кай, Безликий, Маджо, да. Ну, отлично. В принципе, пишет сложно, там нормально, но мы проходим на 3 звезды. В принципе, да, хорошо для нас, для нашей прокачки, это реально круто, да. Так, ну здесь слабый состав, но только вот фея, ну вот эта, которая задняя, это фея. Она так называется, у нее такое имя. Вот она реально немножечко бесит. Потому что наносит магический урон, а если применить Астарот пламенный покров, то она все равно его пробивать будет. Так, давай, Астарот. Так, давайте уничтожим танка, сорви головой. Ну, вот круто, в принципе, минусануть танка, а дальше задние еды просто без проблем. Так, давайте Тею, за Тею ультанем. Я Майю сейчас не буду, наверное, ультовать. Нет смысла. Так, все, хорошо. Тея тоже свой ульт почти накопила. Так, применяем, применяем. Так, минусуем сейчас танка. Ну, почти минусанули, в принципе. О, все, минусанули. Все, тут еще артефакты работают.
Так, отлично, артефакт на броню активировался. Плюс 95 брони дает. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, ну Майк стягивает, прям прекрасно делает это дело. Все, остается фея. Все. Но тоже, если Астарот применяет свою ульту, то есть все равно есть шанс, что этот артефакт сработает. Буйство жизни, миссия с Авророй. Да, ну прям вообще как-то, если честно, как-то легкотня. На самом деле, мы уже почти половину главы прошли, а на самом деле все как-то легко. Ну окей, накаркаю сейчас, Астарот сдохнет. Ну отлично, сорви голова здесь тоже поможет. Так, отлично, артефакт на броню сработал. Ну хорошо, да, хорошо. Так, все, фея умерла. Так, здесь давайте с безликим применим, чтобы отхиливать Астарота на третью главу. Ну, на третий этап, да. Так, уже, кстати, сорвиголова накопила свой ульт. Отлично, умелки свои применяет, да. Так, Майя стягивает. Хорошо. Все, все умерли. Но вот Майя ульт свой не накопила. Это вот минус. Но тут я копирую сорвиголову, чтобы уничтожить Аврору просто без проблем. Ну все, Майя здесь будет сейчас хилять. Авроры нету. Никто не будет наносить массовый урон. Все будет идти по Астароту, поэтому все. Даже артефакт на броню сработал. Хорошо. Так, еще раз пламенный покров. Даже сделали. Беглый огонь. Все. Героическая миссия на 3 звезды. Ну, тут героические миссии с танками. Так что поэтому здесь ничего сложного нету. Отлично, тут миссия со Старотом. Она мне очень нужна. Так что поэтому надо будет сейчас ее желательно бы нафармить на 3 звезды. Хотя какая разница? Мне же все равно ее придется сегодня проходить еще 2 раза, чтобы Астарота побыстрее нафармить на 3-ю звезду. Да? Так. Так, отлично, пламенный покров. Пламенный покров. Стягиваем их. Стягиваем, стягиваем. Все, минус. Так, сорвиголова сейчас танка уничтожит вражеского. Ну, почти, почти. Так, давайте хиляемся, хиляемся, хиляемся. В этом этапе надо хилиться, хилиться. Так, ульту Астарота не буду применять, потому что бесполезно. В принципе, и купол, и артефакт на броню, а эти же феи наносят магический урон. Ну, все, ну, Безликий почти накопил ульт, а вот Майя вообще не накопила. Так, беглый огонь, хорошо. Отлично, уничтожили. Все, Безликий с Майей сейчас будет хилять. Все, можно на авто ставить. Все, как бы на авто здесь. Ну, Безликий, что мне нравится, откидывает. И Майя еще стягивает прям вообще. Все, лучница осталась. Все, мы ее уничтожили. Так, интересно, а хватает Арахни на 4-ю звезду? Очень интересно, да. Так, буйство жизни. Так, ой. Так, все звезды. Прекрасно. Но мы еще можем там в 4-й главе, я там еще могу, да, пройти на 3 звезды и еще шкатулки получим. Так, здесь 1000 энергии мы уже потратили. Но, как видим, энергия заканчивается уже. Так что, наверное, на пятую главу должно, по идее, хватить. Отлично. Еще с этого сундука нам выпало реально крутые вещи выпали. Так, вот насчет Ориона, ему только бусы вот эти надо достать. Но вот только жалко, что их нет в магазине. Если бы они были в магазине, тогда было бы просто прекрасно. Так, ну это тут можно нафармить, в принципе, 100 брони не будут лишними. Что насчет Безлика здесь? Эти бусы, их нет в магазине, но там чуть-чуть, в принципе, нафармить-то надо. Так, ну, давайте, так, дирижабли там уже, наверное, выполнилось. Да-да-да-да. Так, ставим сюда героев, все. Поставили, здесь забираем сейчас награду за эти миссии. 5 этих штучек, да, эссенций. И еще 2 белых металла и 1 зеленый металл. Так, что еще у нас есть по артефактам? Так, а пока что ничего тем временем у нас нету. Но без них можно артефакт, в принципе, пробудить. Ну, давайте пробудим, так уж и быть. И здесь тоже пробудим. Но вот этот металл я бы хотел очень сильно Астароту там тоже. Так, что здесь? Так, 10 экспедиций. Ну, деньги мне очень нужны. Так, что насчет Арахны? Вот насчет Арахны. Чуть-чуть, да, 4-й звездочки не хватает. Ну, хорошо. Так, давайте дальше.
Здесь будет пипец нам, наверное. Мы эту миссию, я думаю, пройдем, ну, на одну звезду, наверное. Потому что здесь герои и... Ну вот, Пера, Арахнис Фобосом, тут ульты они вообще не накопят. Да. Надеюсь, Безликий вовремя отбросит. О, все, Арахна убили. Арахна убили. Все. Здесь мы прошли. Так, дальше. Здесь у нас есть возможность похилиться, потому что против нас играет Тея. Ну, сейчас мы можем Фокс уничтожить, и дальше уже хилиться сейчас будем. Да, сейчас дальше уже хилиться. А Тея сейчас будет хилиться и хилиться, хилиться и хилиться. Своим первым умением, вторым умением. Но пока герой потихоньку ее уничтожает, мы все похилимся. Ну, и Астарот пойдет с полным ХП, накопит ульт. Ну, прекрасно. Май только надо накопить. Май, вот Май... Давай. Да, все, Май накопила на ульт. Прекрасно, прекрасно. Так, все, так, Астарот. Так, сорви голова, сорви голова. Ну все, прекрасно. Что сказать-то? Тею пока что применять не буду, потому что сейчас ударит по нашей команде Кай. Так что лучше сейчас не применять. Так, сорви голова, давай, давай. Блин, почти уничтожила. Так, так. Все, можем на авто ставить. Ну, блин, Безликий не вовремя отбросил. О, ну все, эта миссия на... Нифига себе, блин, я-то думал, сейчас будем мучиться с этой миссией. А на самом деле мы ее вообще на 3 звезды прошли. Все. О, уже фиолетовый шмот начали давать. Мы еще даже на синий плюс 1 никого не повысили. Потому что в магазине нет шмота. Но другие шмотки мы можем, в принципе, одеть. Вот на Астарота надо обязательно надеть. Чтобы броньку ему прибавить. Хотя мы можем Астароту там нафармить на синий плюс 1. Ну, если вдруг будет помирать, значит будем фармить. Не будет, значит не будем. Ну вот, как видите, ролик почти 30 минут, но мы еще вообще... Ну, мы больше половины главы-то прошли, но все равно еще долго до босса нам. Но я думаю, что босс нас точно развалит. Хотя... Сорви-то головой, наверное, нет. Так, бегло огонь, тут два танка. Не до танка, я бы сказал. Даже. Так, май, хиляй, 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 хиляй. Ну все, Астарот сдох. Все, можно выходить, Астарот сдох. Надо, значит, фармить ему ту шмотку. Так, первопроходцы, все звезды. Ну вот, все звезды, мы сейчас просто довыполним ту ветку. И все будет прекрасно, прям, да. Так, дальше нам уже начали давать тут тоже шмотки, да? Так, что насчет Астарота? Ну, вот этот камень безмятежности, давайте добудем один такой камень, в принципе. Так, ну давайте эту миссию, она у меня пройдена на одну звезду. Я думаю, будет лучше ее пройти на 3, чтобы, ну, просто, чтобы для события. Чтобы побыстрее выполнить ту ветку со звездами. Наверное, там надо пройти 5 глав, и тогда ветка будет выполнена. Ну, надеюсь, если мы пройдем, то мне придется ульты, наверное, применять, да. Он, ну, здесь прям, тогда мы в прошлой части страдали здесь, ну, а сейчас мы просто легко и просто проходим здесь. То есть, стоит только прокачаться, и все будет нормально, и подобрать нормальных героев. То есть, та же Майя, вот я ее прокачал, и все, и нормально. Ну, конечно, мне помогли шкатулки. Вот шкатулки реально помогли. Так, ну, здесь мы уничтожаем этого монстрика. Так, Тея откидывает, ну, давайте, все. Здесь легко и просто пройдено. Причем на 3 звезды, а не на 1. Все, минус Артемка. Ну, Кай, конечно, наших героев всех подбрасывает. Потому что они у нас ниже уровня, чем Кай. Ну, блин, он уже офигел. Этот Кай, ну, наконец-то он умер. И теперь остался на Тея, который, в принципе, легко очень будет сейчас добить. Все. Дали нам лишь только 2 куска на Арахну. И в итоге, ну окей, давайте тогда теперь, ну, первую миссию тоже она будет попроще. Ну и, существенно, побыстрее. В принципе, плюс 100 броня Астарота будет реально на руку. То есть не какие-то там защиты от магии, а вот броня реально круто. Ну и синий плюс 1 ранг еще и забудики получим, в принципе, да. Но можно таких героев там без проблем повысить, там шмотки просто столько накладывал, что прям пипец. Так, ну давайте просто покров применим, надеюсь, мне дадут все-таки шмот тут. Так, давай, все, отлично, Безликий не успел использовать все-таки ульт. Он хотел использовать, но не успел. Да. Ну вот все-таки еще сами голосовыми ударами здесь оглушает. Так, надеюсь, хоть на 3 звезды-то пройдем без умелых. Ну, как видим, если бы не Орион, мы бы здесь точно бы умерли тогда бы. Отлично, дали нам этот кусок от камня безмятежности. Одеваем, плюс 100 брони у нас прибавляется. Здесь защита от магии и магическая атака. Магическая атака поможет... В смысле то, что пламенный покров будет чуть-чуть, но сильнее он будет, потому что он зависит от магической атаки. Давайте сейчас пройдем. Тут эта миссия в третьей главе, это единственная миссия. Да, видим, видос длится уже 31 минуту. Ну, окей, окей.
надолго будет прохождение пятой главы, потому что, как видите, пятую главу мы только синими героями, а вообще нам по плану, да, по идее, мы должны там с рангом синий +2 проходить. И то в этой главе, и в шестой главе уже идти с фиолетовыми героями. Ну а мы в пятой главе только синими возимся. Но все равно возможно пройти шестую главу синими героями, и седьмую даже возможно. То есть синими героями можно даже седьмую главу пройти. Ну, если, конечно, герои будут крутые. Ну, то есть, ну, та же Майя будет хилять. И та же там будет Селеста полезна. Если вот фиолетовый ранг Селести сделать, то просто можно кампанию проходить налегке. Ну, все. Астарот синий +1. Все хорошо. Также у нас тут, кстати, предметы есть. Так, давайте их оденем. Так, братья, очень хорошо. Так. Плюс 1000 здоровья, хорошо, хорошо. Опять тот камень нам нужен. Но этот, кстати, предмет мы можем купить в магазине арены. Мы его давайте скупим. Ну и все, мы его оденем на 38 уровне, когда у нас будет Астарот. Без проблем. Все, надеюсь, сейчас пятую главу мы легко пройдем, в принципе. Так, что тут еще? Так, награда за ранг героев. И сейчас нам еще дадут золото за то, что первый герой... Там синий +1. А, королева цветов, трата энергии, 1000 энергии мы уже слили. Ой, не то. Орудие света. Мы нашли камень безмятежности, 20 000. Так, и повысили героя, получили 30 изумрудов. Здесь же дали 20 000 золотых, так сказать. Ну и пойдемте дальше проходить, да? Но, скорее всего, мы уже скоро откроем 10 сундуков одним нажатием и сможем еще там выкупать энергию. И даже арахн на 4-ю звезду, я думаю, уже скоро будет арахн. 4-я звезда у арахна, думаю, скоро будет. Да. Ну, сейчас, наверное, я поставлю запись на паузу, потому что мне сейчас место надо немножко освободить. Ну и продолжим дальше прохождение. Так, супер, прекрасно, прекрасно. Так, дальше Майя. Вот стянула. Все. Но, опять же, таки, много сняли хитпоинтов, да. Так, давайте минусанем танка. Ну, по крайней мере, покоцаем его. Другие же герои уже добьем. Так. Так, давайте все-таки используем Майю с безликим, чтобы выхилить Астарота на следующий раунд. Чтобы он не шел... С маленьким количеством хитпоинтов, да. Ну, вот сейчас лучницу добьем, да. Хорошо, минус Пия и минус этот орк. Или как там его зовут. Так, дальше таку применяем. Дальше беглый огонь. Ну, уже по половине хп снимают. Но это танк, поэтому ожидать как бы нечего. Так, давайте применим. Все, теперь копим безликим. Безлик. Копил, все, прекрасно. Он Майю теперь копирует. Ну и здесь сейчас будет все очень легко и просто, в принципе, да. Все. Эту миссию мы прошли, да. Так, дальше миссия идет у нас, миссия со Старотом, мост утопца. Так что давайте. Пишет сложно, но Астарот, он не наносит много урона, что прям... Он... Проблема в том, что он может сжечь энергию. Главное, чтобы Безликий накопил энергию, и тогда будет все прекрасно. Но Астарот может сжечь просто энергию. Так что поэтому может не получиться. Так, отлично, Майя уже накопила. Да. Так, сорви голову, обязательно надо это будет накопить. Да. Ладно, давайте Майю применим все-таки. А то сейчас получит пряников, так сказать. Так, давайте похиляем. Я думаю, безликим не буду копировать Майю. Надеюсь, только Майя энергию накопит. Но вот нет, она не накопила. А вот это очень проблемно. Вот сейчас будет очень много проблем у нас. О, хорошо, мы Астарота минусанули вражеского. Но сейчас моего Астарота минусанул. Моя ошибка в том, что я использовал Майю. Не надо было использовать. Окей, ладно, все нормально, в принципе, потом еще добьем эти звезды. Все, миссия пройдена. Правда, на две звезды, но ничего. Так, давайте сейчас я поставлю на паузу и продолжим снимать.
Так, продолжаем записывать видео с прохождением главы. Так, давайте заберем еще достижение 44 изумрудика, да. Ну, и у нас будет где-то 1300 изумрудов, когда мы пройдем главу, плюс еще там миссия одна, 1350. И дальше мне, по идее, нужно будет играть на арене и постараться так заполучить остальные изумруды. Но мы не остановимся так и будем проходить еще шестую главу. Так что поэтому, ну так вот. Ну, надеюсь, Астарота все-таки не будут уничтожать в шестой главе. Майя будет справляться с хилом, да. Ну, тоже надо уровень качать нам, потому что мы отстали от уровня монстров. То есть у них очень сильные уровни. Так, давайте беглый огонь используем. Прям все. Прекрасненько, да. Так, ты накопишь на ульт? Супер. Давай, отхиливай. Супер, молодец, молодец, молодец. Так. Все. Теперь сейчас мы применим Майю с Безликим. Так, давайте по-быстрому. Так, копируй. Все, прекрасно. Уничтожаем недотанка. Хотя, ну, он уничтожился. Но Сорвиголова его не то уничтожила, но он... Но сняла очень много хп. Танки, по идее, должны половину. То есть половина хп должна отниматься. Вот ульты. А это не до танк. Так что поэтому нет. Это как бы. Ну, понятно, почему это не до танк. Все прекрасно. Миссия пройдена. Давайте дальше. Остается вот 4 миссии в этой главе. Ну и. На боссе там музыка, конечно, крутая, но в мобильной версии музыка, как всегда, обычная. И в 11-х, 12-х, 13-х главах там прекрасная музыка, но, наверное, в мобилке нету такой музыки. Так, все, супер. Давай, давай. Все. Минус. Так, ну вот этот реально танк, он потому что половину хп только Сорвиголова отняла. Так что поэтому это реально нормальный и крутой танк, а не какой-то там недотанк. Так, Тея, хиляй, хиляй, хиляй. Молодец, молодец, Тея. Мне сейчас Астарот погибнет. Хух, повезло, вот реально повезло мне. Так, давай, 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 давай. Хиляй, хиляй, хиляй потихонечку. Хиляй, 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 хиляй. Хиляй моего Астаротика. Хиляй, хиляйте, хиляйте, хиляйте. Давайте. Ну все, сейчас отлично. Сейчас отхилимся хорошенечко. Ну вот, как, пока откидываем, пока критические удары, они... Ну, оглушение действует, так что поэтому пока что... они Майя с Безликим Астарота захилили, все. Все, эта миссия на 3 звезды пройдена. Но это прям очень повезло мне в этой миссии. Так, здесь вот эта сложная миссия. Да, потому что там в конце судья. Судья, конечно, такой себе герой, но вот если он сильнее меня прокачан, он может очень сильно своей ультой нам помешать. Так что здесь, наверное, надо было Ориона брать. Так, ну темная звезда, хорошо. Темная звезда, в принципе, нам не страшна. Хотя, в принципе, она может заультить и сбить там кого-нибудь, да. Так, пламенный покров. Отлично, теперь еще и достает этот Астарот. Вот монетку на Астарота она повесила. В принципе, ничего страшного, да. Блин, Безликий ее поднял. Ну, все, отлично. Но сейчас на Безликого действует, да. Так, Сорвиголова, давай Чабу хорошенечко. Ну, Чабу она только половину снесла, да. Ну, как бы понятно. Ну, сейчас Майя с Безликим Астарота прям выхилят. Да, Чабу откинули, да. Так, стягивание используется. Ну, все, остается одна лучница. Мы ее добиваем. Теперь сейчас будет очень опасно. Да, так. Сорвиголова практически уничтожила не до танка сейчас. Но судья использовал щит, как видите. Главное, чтобы Безликий не скопировал случайно судью. А то будет пипец.
Супер, прекрасно, давай, 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 давай. Вот, вот, как видите, вот, если бы не безликий, то судья бы реально много бы нам накоцал реально своей ультой, потому что безликий отбросил того танка, не до танка, да, и, смотри, голова утонула по судье, а не по этому танку. И реально, вот сейчас безликий прям красавчик. Вот, если бы не безликий, мы бы могли на две звезды эту миссию пройти, так что... Безликий прям уважуха. Да, красавчик. Так, остается две миссии. Ну вот сейчас. Ну вот это несложно будет. А вот босс... Босс жестко будет, да. На самом деле, это танк, который вот стоит сейчас, он неплохо так-то и фигачит урона, на самом деле. Так, безликий отбрасывает, да. Так, моя тоже стягивает еще. Так, отлично. Все, хорошо, что безликий не помешал. Потому что безликий бывает своим отбрасыванием только мешает. Но сейчас он реально... Вот в прошлой миссии он реальный красавчик. Так, супер. Не, здесь надо будет. Здесь надо, здесь надо. Иначе не выживет. Так, Астарот еще, пламенный покров. Так, ну вот мало энергии у них сейчас будет. Вот в этом-то и проблема. Но если они уничтожат противника, да... Ну, они не уничтожили, и поэтому сейчас у них энергии будет мало. Но зато они все отхилены идут. С одной стороны, круто. Ну, две феи, прям, да. Так, отлично, танк уничтожили, красавчики. Так, ты отхиливает. Ну, вот хорошо, что отбрасывает безликий. Так, так вот, Астарот наносит реально дофига урона. Ну, сразу, потому что по всем бьет. Все, минусы, остается фея, которую мы налегке уничтожаем. Все, сейчас босс будет. Очень интересно пофайтиться с боссом на самом деле, посмотреть, что он из себя представляет. Это Дурнолесье. Последняя миссия 5 главы. Ролик, конечно, пипец долгий. Ну, музыки такой не будет крутой, так что обычно, да. Ну вот третье мини, кстати, у Сорвиголовы тоже неплохое. Но вот в браузерной, по-моему, у нее другое третье мини. Ну а в мобилке оно какое-то все равно дурацкое. Ну окей. Так, здесь надо обязательно прям накопить. Накопить ульты, все прям ульты. Ладно, давайте Сорвиголову тоже все равно используем, в принципе. Так, здесь надо хиляться. Так что Майю применю. Все-таки, да. Так, пламенный покров не понадобится, он вроде, он же, по идее, магией бьет. Так, все. На, обычная музыка. Очень жалко, что обычная музыка. Ну, как видим, смотрите, в принципе, скопировал безликим этого Сорвиголову. И вот смотрите, на три звезды, в принципе, легко прошли. Да, и, в принципе, босс ничего такого не представлял из себя, что прям мега могущественный, непобедимый. Так что поэтому легко и просто. Так, все звезды мы выполнили здесь. Миссию. Так, дальше задания у нас идут, выполнили. Так, супер. То есть мы, получается, еще у нас будет где-то 1400. Так, давайте изумрудиков, да, если мы там еще пройдем. Так, супер. Шмотки выпали. Так, что по почте? Офигеть! Так это ж... А, я выполнил секретную рассылку, короче, да. И мне дают просто пипец столько наград. За рассылку реально много. Также давайте сейчас откроем еще 5 ключей, наверное, да? Да? Так, артефактный металл, хорошо. Так, артефактная эссенция. Дайте, пожалуйста, кольцо силы, я умоляю, дайте. А, ну хоть артефактные монеты, хоть это неплохо. Но опять, вот этого металла просто столько сыпет, что прям пипец. Так, супер, тебе мы можем на Астарота купить это кольцо силы. И сейчас мы просто его очень сильно прокачаем по силе. И по нему не буду так критовать, надеюсь. Так, супер. Так, еще это. Дальше сейчас будем ему очень сильно повышать. Так, давай. Ну супер. Так, и еще один раз. Ух, на 9-ю не качнули, хорошо. Да, прям прекрасно, да. Так, насчет заданий мы тут выполнили. Так, один ключик и 60 тысяч золота.
Ну, золото теперь у меня немерено, конечно, да. Насчет заданий, тут только если сейчас вот это в запределе сражаться, но мы то мы, наверное, повысимся на 34-й, но я сомневаюсь что-то. Ну, на этом закончим эту часть. Всем спасибо, всем пока.